уважаемые друзья, а также просто подписчики нашего канала. Всем известный российский артист Валерий Баринов сообщил о перенесенном недуге. Звезда многих российских сериалов перенес ужасное заболевание. По словам артиста, опасная зараза чуть не свела его в могилу. Оказавшись на пороге смерти, говорит артист, он вел себя достойно, лишь однажды знаменитость дала слабину. «У меня случилась паническая атака, когда понял, что все может сейчас закончиться». Болезнь помогла Баринову многое переосмыслить. Артист подвел жизненные итоги. Как заметил актер, он не богат, но и бедным себя назвать не может. На данный момент он продолжает активно трудиться и сниматься в кино. Но сейчас он проходит обследование в одной из частных клиник Подмосковья. «Так положено, по мнению медиков», — говорит артист. «Давайте поддержим актера Баринова. Хочется верить только в то, что все будет хорошо». До скорой встречи, друзья! Не забывайте за наш канал и следите за нашими новостями. Берегите себя и своих близких.